Give it to me like... Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Вашему вниманию представлен автомобиль Toyota Hiace 2019 года выпуска, купленный на аукционе в Японии с пробегом 85 тысяч километров. Пройдя по ссылке в описании, можно посмотреть, как покупался автомобиль и для каких целей. А также можно посмотреть наш перегон путешествия на этом автомобиле из Владивостока в Ростов-на-Дону. Этот обзор будет проходить в дороге, то есть я буду изучать это авто и рассказывать вам о своих впечатлениях. Ну что, поехали? Немного про Хайс. Во-первых, Хайс — это легендарный автомобиль Японии. Он выпускается давно-давно и неизменно пользовался популярностью в Японии у различных служб, санитарных служб, пожарных служб и так далее. То есть машина очень надежная, в том популярная и всеядная, что называется, то есть на ней можно делать все. Двигатель 1 ГД объемом 2,75 литра. Шестиступенчатая коробка передач. Двигатель расположен не под капотом там, а здесь под задним местом пассажира. Сейчас работает двигатель, и на холостых оборотах можете слышать так же, как и я, через камеру. Прежде чем открыть двигатель, нужно опустить спинку сиденья, поднять вот эту юбку и откинуть вот эти вот защелки. И дальше поднимается. Дальше поднимается сама крышка. Ну, тут здесь имеется вот такая вот приспособа, которая выщелкивается на стеночке, и, соответственно, держится уже сама крышка двигателя. Ну вот, собственно говоря, двигатель. Еще раз, двигатель объемом 2,75 литра. Крутящий момент 300 ньютонов на метр. Ну, соответственно, здесь стоит аккумулятор, предохранительные болты. Вот так работает данный двигатель. Закрывание происходит в обратном порядке. То есть мы убираем вот этот держатель, опускаем крышку и защелкиваем вот эти вот защелки. Все готово. Ну и ставим спинку в обратное положение. Расход данного двигателя по паспорту составляет 8,3 литра в смешанном режиме. Но на самом деле можно посмотреть будет дальше в ролике. Проводил эксперимент, и в принципе 5-6 литров по трассе — это реально для данного автомобиля, поэтому паспортные данные не врут. Автомобиль имеет массу 2 тонны и плюс нагрузочная масса около тонны. Так как это грузовик, рессорная система, соответственно, полная масса примерно где-то 3 тонны 100 килограмм. Автомобиль оснащен системой доводчиков дверей, как боковых дверей, так и задних лопушки. Вот сама дотянулась. Не хватает, наверное, брызговиков, которые бы желательно, чтобы шли с завода. Но, наверное, надо купать.
В автомобиле используются задние рессоры с пружинами, а спереди независимая подвеска на рычагах. Вот такие вот здесь в машине ниши, бардачок, еще один бардачок. Вместо этого бардачка опционально идет подушка безопасности. Здесь стоит бутылка, здесь ниша. То есть с той стороны я положил знак аварийной остановки. Там, в принципе, так было нарисовано даже. Это динамик передний. Это вот два задних динамика тоже. Свет, интересно, здесь включается-выключается при остановке автомобиля. И по истечении, наверное, 5 минут машина автоматически отключает весь свет. То есть обесточивает машину. То есть если вы забыли выключить свет, то разрядка аккумулятора вам не грозит. Проехал 100 километров от Хабаровска в сторону Биробиджана. Машинка продолжает радовать. Вот расход бензина получается 13,8 километров на 1 литр. Или можно посчитать, то есть 1 разделить на 13,8 получается 7,3-7,4 десятых километра на 100 литров. Вот. Очень хороший расход, очень экономичный, прям вот даже очень радует. На старом двигателе, на 3-литровом, я опять же еще раз меньше, чем 10,5 литров не получалось. Здесь достаточно хорошо, еще висит в том числе багажник, который отнимает. А ну скорость была у меня где-то в среднем там 100 километров в час, и с точки зрения вот, двухполосного движения, обгоны и так далее, то есть это все включалось, затыки, деревни проезжали и так далее. Ну как бы вот радует. Когда ехали за фурами, у меня обгона не было. Вот. Расход был, сколько там был расход? 6,8 литров на 100 километров. То есть при 80 вообще очень экономичный мотор. И вот такой расход получился при выключенном кондиционере. Еще такая вот есть лампочка, горит, это эко. Это начинаешь давить на педали, если она пропадает. То есть как бы не экономичная езда. И вот когда более-менее отпускаешь, она начинает ехать, я как бы в экономичном режиме едешь. Ну то есть приучает водителя более-менее экономить свое топливо. Теперь поговорим об акустических свойствах или о шумоизоляции в стоке. По сути, машина не шумоизолирована, то есть никто ничего не делал, как бы пришла из завода. Собственно, так и есть с завода. Но, скажем так, едем по Монголии, дорог в Улан-Батор достаточно хорошая, асфальт, сейчас скорость 105 км в час. Ну, спокойно, абсолютно разговаривает. Ты меня слышишь? Конечно, слышу. Меня хорошо слышишь? Слышу. На уши ничего не давит. Шум небольшой от колес, он присутствует. Сейчас мы разговариваем без микрофонов, чисто вот на микрофон камеры. Поэтому то, что как бы мы слышим, можно слышать и в камере, в том числе. Но я считаю, в принципе, достойно, как бы, да, то есть достойно. Двигатель, ну да, вот при разгоне немножко слышно двигатель, но надо сказать, что выбор двигателя GDH был обусловлен тем, что он менее шумный, чем предыдущая версия GDH двигатель. То есть он гораздо тише. Если сравнивать с тем двигателем, который есть у нас на Хайлюксе стоит, ну, его слышно, очень хорошо слышно. Здесь вот он стоит под задницей, обычно под оборотом, сейчас вот практически не слышно. Все, больше слышно это вот шум колес, потому что нет шумоизоляции арок, ничего нет. Ну и вот здесь ветровики стоят, наверное, еще шум от ветра создается. Ну, в любом случае, морда то у Хайса плоская, поэтому потоки воздуха он не разбивает, как легковушка. Соответственно, акустика будет немного отличаться. Но, тем не менее,
шумовые характеристики машины достаточно хорошие. В этом двигателе стоит цепь ГРМ, а не ремень, как в предыдущем двигателе. Это тот ремень имеет свойство рваться все-таки. За ремнем нужно следить, за его эксплуатацией цепи. Толь, конечно, следить надо, но это гораздо меньшие проблемы, чем с ремнем. Торможение двигателя, вот этот вот аспект, немножко так вызвал недоумение. Ну, хочешь затормозить двигателем, то машина не дает этого сделать. Ты переключаешь ручку, КПП-шку на режим не автомат, а на режим выбора скорости. И он, если у тебя скорость, например, стоит там на шестиступке, да, то есть он как бы, ну, максимум, что может пятую ступень включить и ехать. То есть начинаешь ручку дергать, минус добавлять, он пищит, говорит, не, не хочу, тормози, то есть сбавляй скорость. Вот. То есть торможение двигателем как таковым, то есть как, например, на Хайлюксе на четырехступке, не получается. То есть нужно сбросить скорость и потом уже постепенно на одну передачу, то есть вот так вот резко, чтобы едешь-едешь и там на 2-3 передачи переключить. Скорость тормозить двигателем не получается. Здесь есть еще вот такая вот фишечка, это как бы удержание полосы. Вот сейчас вот покажу. Сейчас. Видите? Пищит. Я полосу пересек, она пищит. То есть, если заснул, например, человек, и что-то с ним приключилось, он как бы получает сигнал. Ты сошел с полосы. Или правую, допустим, тоже можно. Пересек правую, она тоже пищит. Говорит, давай возвращайся на полосу. Ну, если включить поворотник, так, поворотник включаю, вот, и пересекаю полосу, все нормально, все хорошо. Ну, видишь, вот ты за рулем. Сейчас не включаю поворотник, она будет пищать. Ну, вот такая фишечка еще тоже есть. Здесь находится лазерный сенсор, который определяет полосу движения, а также дает сигнал по предотвращению столкновения впереди идущего автомобиля. Также благодаря этому сенсору и системе автоматики автомобиль может сам затормозить впереди идущей машины, если авария неизбежна. Система предотвращения столкновения работает следующим образом. Если автомобиль приближается на определенную критическую дистанцию к впереди идущего автомобиля, то срабатывает система, которая включает экстренное торможение. Вот у меня сейчас, буквально минут 5 назад, была ситуация, когда ехал с горки, впереди идущий автомобиль, как показалось системе, на близком расстоянии. И система распознала, что он является уже, это расстояние является опасным, и сработало. Никакого сигнала не было, но и в том числе не было торможения тормозами, что называется, да. Сработала система следующим образом. Она переключила высокую передачу на более низкую, тем самым оттормозила машину двигателем. Я сначала не понял, что такое, почему меня, собственно, двигатель начал реветь и как бы медленнее ехать. Просто система распознала, что впереди автомобиль и как возможно бы давай столкновение. Да, давай как бы это. И причем эту систему можно настроить. Я пока, честно, не разобрался так вот толком, но там есть расстояние, который регулируется от впереди идущего автомобиля, его можно поменять, там более близкое сделать, более дальнее и так далее. Убедился, что она работает, это первое. И второе, она работает даже в том числе на экстренное торможение, когда приключился случай, когда нужно отработать эта система, она включает полностью все, она оттормаживается по полной программе, то есть она включает все тормоза, включает двигатель и так далее, то есть оттормаживаем. Ну, я так понимаю, что достаточно интересная системка, которая работает, и вот в том числе из-за этой системы мы брали именно автомобиль с этим двигателем ГДАшным, то есть более новый автомобиль. Один раз случилась с автомобилем непонятненькая ситуация. При остановке, где-то 5000 проехал, остановился, вышел из машины, а из выхлопной трубы валит сизый дым. Конечно, в панике. Думал, может, масло. Проверил масло, нормально. Антифриз, нормально. Думал, соляры налил плохой. Но думаю, почему тогда, когда двигатель остановил, дым прекратился. Не совсем понял и разобрался в ситуации, но начал догадываться. Так автомобиль осуществляет прочистку сажевого фильтра.
независимо от тебя автоматически. То есть если фильтр достаточно загрязнен, он просто-напросто его продувает, прочищает. И вот в данном случае вот такой вот значок, вот такой значок сигнализирует о том, что двигатель будет прочищен или прочищен. Вот одна палочка большая-большая стоит перед значком. Это вот как раз момент его прочистки была вот такая вот палочка. Вот. Ну и вот кнопка есть тоже аналогичного характера. Но на самом деле пока еще не разобрался, как с ней работать. Пока работает в автоматическом режиме, как в ручном, не знаю. Естественно, поставили кнопку ГЛОНАСС. Это грузовик, без ГЛОНАССа никуда. Здесь рычаг бензобака и капота открывания. Открываем бензобак. Вот она находится. Бензобак небольшой, на 60 литров. Ну, в принципе, при таком расходе, какой есть, хватает. Еще большой пистолет не засунуть. Может быть, вытащить вот этот вот пластик, когда он влезет. Пистолет для грузовиков. Пока нет. Здесь ничего такого существенного нет. Омыватель. AdBlue мочевина. Тормозная жидкость. Радиатор стоит для кондиционера. И тормозная жидкость. В принципе, места здесь практически больше под капотом нет. Думал сюда, может быть, поставить компрессор для подкачки колес. Ну вот, что-то, наверное, другое место надо будет искать. Что касается, ну, как бы проходимости данного автомобиля. Если вот ехать по таким вот дорогам, ну, по большому счету можно увидеть сейчас, вот едут 30 км в час, машина клюет носом, а идет раскачка, особенно на передках, зад-то вроде стоит на месте, передок раскачивается. То есть вот по таким вот волнам ехать на ней не совсем комфортно. На Хайлюксе, например, я бы вот эту трассу вообще поехал бы, даже не заметив ничего. То здесь вот такая вот хреновина, ну, как бы, начинает подкидывать машину. Вот. Неприятно. Ну, сказать, что если загрузить ее и будет меньше, ну, я не думаю, потому что подкидывает передок в основном, зад стоит на месте, по большому счету. Ну, конечно, если большая яма, то будет и зад тоже колбасит. Но вот передок больше. Но не пробивает ни подвеску, ничего. Вроде как отрабатывает подвеска хорошо, нормально, мягко. Вот. Но действительно мягкая подвеска. С Хайлюксом я бы ее, конечно, не то что не сравнил, но рядом не стоял. Но зато как бы здесь мягче, комфортнее езда. То есть выбирай одну из двух. Либо ты едешь по бездорожью со скоростью 80 км в час, либо едешь комфортно по трассе. Вот так вот мы раскачиваемся на скорости 30 км. Сейчас едем до 25. Даже не 30. А, кстати говоря, про спидометр. Тоже могу сказать, что спидометр врет. Видимо, японцы завысили показания спидометра. Ну, где-то привирает километров на 5, наверное, в час. Очень медленно, очень тихо, спокойно. Ну, скажу так, машина все-таки выбиралась не для внедорожных гонок, а для того, чтобы на ней комфортно путешествовать и иногда съезжать вот на такие участки, пусть с небольшой скоростью, пусть с маленькой, как бы, черепашьей ездой, но зато поспать комфортно, по трассе комфортно абсолютно. Вот вчера проехали почти 800 километров. Ну, все-таки организм уже старый, так скажем, ну, не устал. В принципе, мог еще проехать. С отдыха мог бы еще проехать. Но опять же, если сравнить с Хайлюксом, то и с отдыхом я бы на Хайлюксе больше 500, наверное, уже бы не проехал. Мы будем всем добер.
дорога. Это не дорога. Ну что, обратная дорога такой же? Поднимались, как поднимались, так и спускаться будем. Спускаться-то проще, единственное, чтобы только не задеть. Опа. Опа. Лишь бы не задеть бамперами, ничего не сорвать. Нормально. Переваливаемся, перекатываемся. Опа, все-таки заделась. Низковат. Низковата, монашка. Вот измеряем самую низкую точку. Ну, похоже, 14,5 сантиметров. Вот такой клиренс. Говорят, 18, но 18 здесь не пахнет. Вот так вот. Посерединке ехать. Посерединке ехать. Вот такой вот перелив дороги. Монголия. Поехали, поехали, поехали. Поехали, 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 поехали. Слушай, хорошее течение это вообще. Нормальное. Чего ты боишься? Ну страшно, ужас как. Да ладно, он стоит под водой. Нормально, он у нас полей выходит. И через дорогу трубу не сделали. Он что-то там разворачивает, сейчас смотреть. Все может. Похоже, это. Там как еще кушать. Серьезно, что ли? Я боюсь. А что такое? Ты что встали? Да потому что живот никак. Люди стоят. Боятся? Конечно. Ну, посуд-то такой этот. Нормальный. Ну, вот что, легковушки едут. Что, елки-палки? А что ты встал? Да потому что как там, подожди. Не, вот этот, ты что встал? Все равно. Что он стоит? Стоят, смотрят, как проедут. Там обычно легковушки он едет. Подожди, какие легковушки? Да, обычно легковушка. Куда не вон. Да, нет, ну вот едет легковушка обычная, Тань. Ну что ты? Какая легковушка? Вот она проехала, легковушка обычная, господи. Подожди, вот сейчас подождем, как проедет. Подожди. Вот смотри, сейчас эти проедут. Тогда может. Давай, ехать, 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 ехать. Что стоял так? Он ждал, посмотрел, когда. Море, а вот там сорисовал. Раз, и обрывчик, вот, и все. Вот я о чем я и говорю. О, куда ты едешь? Что я куда еду? Да, мы по дороге еду, куда еду. В Краснодарском крае же беда была. А здесь-то чего фигня? Там машина посносила все состояние. Будем там в Сайшанде сидеть, пока дожди не кончатся. Серьезно? Ну все, не закончится. Было поглубже, чем там даже. Тут меньше этого было расстояние, но глубже было гораздо. Неужели еще не все? Не все, думаю, не все.
этих один будет много. Зато днище помоем, прикинь, как вот хорошо. Нам тысячу рублей не надо отдавать. Да, тысячу рублей не отдавать. Нам днище там не помыли на мойке. А здесь помоем днище. Шикарно. Вот очень хорошо. А там сейчас, смотри, видишь, встали все. Там, наверное, что-то совсем не так. Тут еще горка. А там, похоже, низина. И там перемет хороший. Перелив. Маленькие. Они не поедут, наверное. Ну, вдруг, а мы что поперед, Юра? Поедем первые. Они ж монголы, они знают это. Здесь труба вообще у них есть. Здесь вот столбики есть. Реализован тойотовский 4WD Full Time, то есть постоянно включенный полный привод. Подразумевается, что все 4 колеса находятся на боевом дежурстве, то есть при постоянном полном приводе крутящий момент постоянно подводится к обеим осям. Но смысл его и его преимущества перед подключаемым полным приводом остаются неизменными. В отличие от подключаемого варианта, здесь крутящий момент передается на обе оси постоянно. Не лишен постоянный привод и недостатков, ведь такому автомобилю приходится проворачивать все карданные валы и полуоси. В итоге на асфальте его трансмиссия так же шумна, как и подключаемый полный привод с включенными колесными муфтами, а также обеспечивает полноприводную прибавку к расходу топлива. Тем не менее, постоянный полный привод обеспечивает все же больше положительных моментов, чем отрицательных, особенно для безопасности вождения. Одна из самых массовых среди Toyot и основная для веганов схема постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, блокирующимся при помощи вискомуфты закрытого типа. Схема реализации постоянного полного привода понятна. Постоянный и полный с тремя дифференциалами, межосевой и передний и задний. Вискомуфта монтируется с ос на полуоси таким образом, что ее один привод жестко крепится к чашке дифференциала, а другой к полуоси. При нормальном движении угловые скорости вращения чашки и полуоси одинаковые. Как только одна из осей начинает получать ощутимо больший момент и более высокую угловую скорость вращения относительно другой, в вискомуфте появляется трение, и она начинает блокироваться. Причем, чем больше разница в скоростях, тем сильнее трение внутри вискомуфты и степень ее блокировки. Понижающей передачи нет, 4 колеса гребут просто и незатейливо. Распределение мощности между передним и задними колесами равномерное. Вискомуфта не обеспечивает полной блокировки, нет понижающей, нет принудительной блокировки. В условиях настоящего бездорожья ее способности далеко не выдающиеся. Вискомуфта не справляется с постоянными сменами состояния сцепления мостов с грунтом, запаздывает при включении, перегревается и выходит из строя. Плюсы. Отсутствие необходимости думать головой, то есть у нас всегда полный привод, и управлять включением мостов не надо. Дорожные условия не застать нас врасплох. При смене под колесами покрытия можно не беспокоиться о неожиданном сюрпризе. Автомобиль весьма стабилен. Минусы. Вискомуфта не обеспечивает полной блокировки, то есть на серьезное бездорожье лучше не соваться.
Ну что, поедем к монголам пить чай. Попробуем испытать ходовые качества хасика. Как раз дождь прошел. Дождь прошел. Ливень прям такой сильный. Да. Все, грязь размылась. Жопа будет. Здесь вот жопа. Вот здесь. Ты вообще-то снимаешь. Я понимаю. Ничего, молчат, ничего не говорят. Вот так вот. Ну, хайсик. Хайсик, нормально. Проехали. Вот. Съехали почти. Что ты? Ой-ой-ой. Страшно? Нет, я не съехал, я немножко сам руль туда крутанул. Як тут ходит, который у нас хотел съесть. Вот загорелся у меня значочек. AdBlue, заправиться надо. Вот пошел обратный отчет. 1995 километров осталось до остановки автомобиля. Надо заправляться. Это такой нюанс один. Этого двигателя, это то, что вот нужно залить мочевину. Без мочевины вряд ли поедет. Ну или поедет, наверное, тихо. Как я, насколько я знаю. Итак, у нас мочевина на 912 километров пути. Надо ее типа пополнить. Сейчас будем это дело делать. Вот сама головина AdBlue, не знаю. Вроде как должны какие-то защиты стоять. Я пока не знаю, но ну, для того, чтобы не залили туда обычную воду. Сейчас будем заливать, пытаться. Эта мочевина не должна попадать на железо, потому что держи. На руку нельзя. То есть, нет, ну железо сразу может быть проблема с железом. Короче, проблема и попадание на открытое железо, алюминий, ну естественно, на части тела тоже нет. Лампочка, то что мочевина заканчивается, потухла, заправили полный бак. Ну, 10 литров не вошло в бачок, ну не знаю, может быть и войдет туда. Вот. Больше не сигнализирует ничего, что там сколько-то километров не осталось. Когда я получал машину, было 3000 километров, потом где-то на 2800, по-моему, или 2500 загорелся индикатор окончания мочевины. А мочевина, она, это средство для того, чтобы для экологичности. То есть оксид азота, чтобы уменьшить выделение. Так что вот такие беды. Нейтрализатор. Да, нейтрализатор. А, расход, ну как пишут по статистике, от 1 литра до 3 на 1000 километров. Примерно так. Вот очередная фишечка этого автомобиля. Вот поставили бутылочку напротив кондиционера. Вообще шикарно. Она холодная стоит. Вода не греется. Вообще шикарно. 800 километров вчера проехали. Ну, по большому счету нормально. Конечно, с отдыхом все понятно. Там останавливались, кушали. Немного там ходили, чай пили. Но 800 километров проехали. И я считаю, что очень достойное сиденье и достойная машинка в плане комфорта. Но что касается руления, ну, скажем так, это все-таки микроавтобус, и он, естественно, не седан, и дает, ну, отличается. Да, вот у меня пикап был, и я могу как бы сравнить с пикапом, с джипом, Grand Cherokee был, Ford Mondeo. Ну, понятно, там вот, пикап, он жесткий, он идет четко, вот это проглатывание всех дыр-дыр-дыр, всех этих неровностей. Здесь машина скачет как кузнечик или как мячик, я не знаю, на всех этих волнах, трамплин, если идешь
с большей скоростью, она взлетает просто там до небес, приземляется, и вот один раз, похоже, так взлетели, что, ну, скажем так, оторвались колеса от земли. Ну, на самом деле, это трасса такая, что тут просто даже не видно этих ям, еще когда чуть-чуть подстемнело, так вообще ничего не видать. Вот. И взлетели, оторвали колеса от земли, и машинка приземлилась на колеса и даже не шоркнула об подкрылке. То есть настолько мягкая, хорошо отрабатывает подвеска, очень хорошо отрабатывает. Ну, просто супер. Вот. По ямам, конечно, тоже едем. Ямы, конечно, объезжать приходится, как минное поле, вокруг, вокруг, вокруг. Ну, это... Ужас. Про ямы, конечно, мы не в этом сюжете будем рассказывать, потому что это как бы тема идет об обзор машин, а не трассы этой. Поэтому, ну, про яму могу сказать, что, ну, как бы она ямы проглатывает, достаточно хорошо подвеска отрабатывает, но, тем не менее, по таким ямам, конечно, лучше не ездить. Теперь немножко про удобство езды. Руки положить. Вот есть полочка здесь. В принципе, руку можно положить, отдохнуть как-то. Ну, по большому счету, нормально. Здесь тоже как бы есть полочка, можно руку положить здесь. А тут, у нас тут типа бардачка. Все красиво, все хорошо. То есть здесь левая рука лежит, отдыхает, по большому счету. Вот. Посадка высокая, удобная. Все видно, далеко видно. А, ну, рука привыкла уже к... Левая рука имеется в виду, привыкла к переключениям. Ну, ручка это вот для того, чтобы удобнее было забираться в машину, там с той стороны также. И вот сверху ручка еще есть. Это вот, ну, мне нравилось держаться за нее, вот как и в Хайлюксе, я держался, всегда вот ехал, типа рука, чтобы не уставала. Но здесь такой ручки нет, но с другой стороны в Хайлюксе я ее снял, потому что головой постоянно стукался, ну, там места меньше. То, что касается теперь дальше педали газа, она очень длинная педаль. Скорость как бы так плавно-плавно набирается, даже как бы вот... Иной раз, что не едет, пол в тапку, тапку в пол, вернее, так, вот, вот смотри, смотрим обгон, вот, тапку в пол и пошла. Вот такая достаточно динамичный, в принципе, обгон получается, достаточно хороший, вот, сделал, я тут поставил рычажок. Вот, покажи рычажок. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Рычажок круиз-контроля, но он не работает. Включили фишку, все, он не работает, не знаю. Если у кого-то есть какие-то знания по данному вопросу, чтобы подключить круиз-контроль, напишите, буду благодарен. Но с другой стороны, круиз-контроль не совсем как бы и нужен, по причине той, что очень мягкая педаль, и нога совсем абсолютно не устает. Вот едешь, сколько еду, она практически не устала вообще. Едем по дорогам Монголии в сидящем темпе, где-то от 1,5 до 2 тысяч оборотов. И получили вот такой результат. 12 километров на литр. Это сколько получается у нас там? 8,3 литра на 100 километров получается. Но мы эту дорогу поднимались, то есть выехали с 900-метровой высоты, а уже сейчас километр 260. То есть получилось, где-то поднялись на 300 метров. Соответственно, расход топлива при подъеме, естественно, увеличивается. И, соответственно, можно сказать так, что данный автомобиль по расходу, ну, реально 8 литров на 100 может уложиться. Ну вот это, наверное, мой крайний будет эксперимент по потреблению топлива. Вот сейчас
можно сказать, 17 километров на литр мы истратили. Движение было где-то в районе 60 километров в час. Двигались в колонне. Практически так непрерывное, монотонное движение. Кондиционер был выключен. Соответственно, если перевести на наши как бы более понятные цифры, то получается 5,8 литров на 100 километров. То есть вот так вот, такой расход может быть у машинки. Если никуда не рвать, никуда не ехать, так сильно не без обгонов вообще. Вот 60 километров в час. И вот такая природа здесь. Едем по Улан-Батору. Вот. Ну, в Улан-Баторе движение достаточно такое интенсивное обычно бывает. И вот по поводу дизеля. Расход по городу, хотя вот смотри, составляет 8, давай на 8 раздели. То есть 8 километров на 1 литр получилось. 12,5? Вот, 12,5 литров на 100 километров. Это расход по городу. Подводя итоги месяца владения бусом, отмечу следующее. Бус нравится, экономичный расход топлива, достаточно тихо работает двигатель, мягкий, ехать приятно. Продуманно сделаны ниши, подстаканники, бардачки. Порадовала эргономика, качество сборки. В салоне ничего не гремит и не скрипит. Четко работает полный привод и межосевые блокировки. Система предотвращения столкновения следит за безопасностью, и это очень радует и важно. Очень полезная функция обесточивания электрической части авто на стоянке. То есть, даже если забыл отключить фары, то авто за тебя решит проблему и аккумулятор не разрядится. Конечно, маленький клиренс. И я пока еще не решил, надо ли лифтовать машинку. С одной стороны, хочется, чтобы была повыше, но с другой, нарушится геометрия и, следовательно, изменится поведение машины на дороге и нагрузка на его ходовую часть. Что точно решил, это ставить назад пневмоподвеску для выравнивания авто при загрузке и в том числе выравнивания кузова при остановках на неровной поверхности для ночлега. Пока что ни разу не пожалел о приобретении дальнейшего использования в качестве кемпера. Ложкой дегтя могу выделить магнитолу. Во-первых, изначально заплатил дополнительно за загрузочную флешку, а потом еще заплатил за то, чтобы ее распаролить. Но после этих манипуляций перестали работать отображения направляющих от камеры заднего хода. Да и музыка от флешки работает как-то криво. Прошитая японская навигация не нужна. И время показывает токийское. В общем, думайте, оплачивать или нет допы по магнитоле, или приобрести уже новую, адаптированную. От Киренска до Иркутска нет дороги никакой. Ходят там одни Уралы, да трехосный дальнобой. Только людям надо срочно в центр областной попасть. И выходим мы на трассу, тихо Богу помолясь. Снова сутки идти, и обратного нет пути. От зари и до зари. Снова маленький хайс по бездорожью нас проведет. Пускай, пускай нам сегодня повезет. С колеи сошел коллега, положение хоть плач. Но не бросят, это север, подошел к нему тягач. Минус 50 застыли, руки закрепляя трос. Но помочь в беде святое, это даже не вопрос. Снова сутки идти, и обратного нет пути. От зари и до зари. Снова маленький хайс по бездорожью нас проведет. Пускай, пускай, пускай.
сообщений нету и не ходят поезда. Ни асфальта, ни бетона, как вообще попасть туда? Вот и выручают парней, их хайсистами зовут. Дай вам Бог в пути удачи и спасибо вам за труд. Снова сутки идти, и обратного нет пути от зари и до зари. Снова маленький хайс по бездорожью нас проведет.